За окном еще лежат сугробы, а мы уже вырастили свой первый урожай зелени. Ухаживала за всходами овощевод Татьяна Черненко. Здравствуйте! Здравствуйте! Фабрику по производству живых витаминов мы открыли в самом конце января. Посеяли два вида салата – рукколы и базилика. Много снега за окном прошло с тех пор, а наши сеянцы постепенно крепли, прошли этап пикировки в индивидуальные горшочки. Как написано на пакетиках, у нас прошло 2 месяца, то есть 60-64 дня. Вот, и у нас салаты готовы. Рассада хорошая очень, да, но некоторые погибли от черной ножки, потому что все-таки за окном зима. В теплице у нас тепло, вот где-то 25-30 градусов. Если солнышко, то у нас еще теплее. А свет обязательно, подсветка использовалась. Овощевод отметила, что руккола взошла быстрее всех, но росла в 2 раза медленнее, чем указано производителем на упаковке. Я предлагаю наконец-то испытать наш урожай по вкусовым качествам. Пойдемте пробовать. Пойдемте. Вот наш базилик, а это семена, которые мы сеяли, ароматный сбор. Вот на пакетике написано, что они должны быть и зеленого цвета, и фиолетового. Но как видно, что большинство растений зеленого цвета, фиолетовый. Вот у нас один вот здесь вот есть, базилик. Пробуйте. Так, сравниваем. Какие же они по вкусу? Пахнет базиликом. Вполне. Так, и этот пробуем. Угу. У этого вкус более нежный, у этого более насыщенный, прям терпкий. Вот этот вкуснее. Вот, Марина, у нас салат. Их посеяли, опять же, 2 сорта. Один сорт абракадабра, а другой азарт. Пробуйте. Угу. Салат, кстати, этот без горечи. Обычный травяной вкус. Следующий у нас абракадабра салат. Пробуем. Вот этот более вкусный. Но вот у него тоже есть горчинка. Этот салат, я думаю, что больше подойдет к овощам. Там помидорка, сыр, салатик, сушеный хлеб. Это просто великолепно. Это набор весенних витаминов. Незаменимый. Ну, а здесь у нас 2 вида рукколы, которые вот руккола у нас покер, мы с вами сеяли, она показала рекордную всхожесть на 2-й день, и руккола, которая у нас пасьянс. Руккола у нас покер, много растений, а руккола пасьянс немножко, где-то 1/4 часть, а все от того, что заболело черной ножкой растение. Пробуем? Пожалуйста. Орехово-горчичный вкус и много витаминов. Сейчас мы попробуем этот орехово-горчичный вкус. Действительно ли это так? Да. Очень мягкие вкусы, действительно. Действительно то, что и нам и обещали. У рукколы покер заявлен орехово-оливковый вкус. Пробуем. Приятный очень вкус. Но она более острая, прям горит. Прям перечный такой. Эксперимент по выращиванию семян серии «Огород на окне» длился 2 месяца. Вывод один. Вырастить зелень на подоконнике зимой реально. При условии, что первый месяц рассада досвечивалась обычной лампой. И еще зелень любит тепло. Чем теплее на подоконнике, тем больше зеленой массы наберет ваша зелень. Удобрениями мы не пользовались. Мы иногда поливали марганцовочкой. А так мы сделали почвосмесь с 2 ложечками комплексного удобрения. И нам хватило это, чтобы вырастить урожай.